отравилась угарным газом. В больницу доставили жительницу села Иванчо-Аргеевского района, пострадавшую в результате пожара. Произошел он в ее доме. Известно, что 78-летняя женщина живет вместе с внучкой. В момент возгорания она была дома одна. Женщина якобы зажгла свечу и поставила ее на окно, после чего загорелись занавески. Спасателей вызвали соседи. Пострадавшую доставили в районную больницу Аргеева. Она находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Пламя уничтожило все, что находилось в комнате, где случился пожар. В течение 24 часов помощь спасателей понадобилась более чем в 30 экстренных ситуациях.